Ну, когда нечем себя занять, депрессия часто посещает. А когда человек занят, то просто некогда скучать. Поэтому я стараюсь себя загрузить. У меня любимое дело, я развлекаю людей. И с некоторых недавних пор я сам занимаюсь всем вообще, что происходит в обоих моих проектах. Я имею в виду организационную часть. У меня, конечно, есть помощники, без которых бы я не справился. Это мой звукорежиссер, администратор и барабанщик все выполняет функции пиар-агентства всего. Мы снимаем с ним все видео, рекламу и все. Поэтому мы очень быстро, мобильно сейчас на все реагируем. И скучать нам некогда, никакой хандры. Так что это я вам озвучил только два главных как бы кассовых мероприятия. А клубных так несметное количество. Тут надо просто смотреть уже за местной рекламой. Я даже не помню сейчас на память.